Ну, байкер вообще, ведь не только бывает актерское. Все замечательные анекдоты, это же все байка. И потом, если мы уж так будем вдаваться так в историю, из байк иногда ведь рождаются замечательные произведения. Я был готов к этому вопросу, поэтому я просто вспомнил, что Александр Сергеевич Пушкин рассказал Николаю Васильевичу Гоголю байку про то, как одного чиновника в уездном городе приняли за ревизора. И что мы из этой байки имеем? Мы имеем просто гениальную пьесу «Гоголь и ревизор». Но ведь что интересно, а у Пушкина мы находим такую запись. Этому малороссу нельзя ничего рассказывать. Тибрит. Но, правда, у него слово другое поставлено там. Более крепкое такое, более соленое слово. Но вот мы это говорим, что вот один гений подарил другому, значит, сюжет. Ну, так оно, может быть, и было в результате. А, в общем-то, ведь и из байки родилось. И пытался я что-то такое, зная ваш вот вопрос, зная вашу затею, мне кажется, что это очень интересно вообще, должно быть. Потому что если собрать такую энциклопедию байек нашего времени, то это будет энциклопедия просто нашей жизни. Нашей застойной жизни, нашей современной перестроечной жизни, нашей гласной жизни. Уж сколько байек родилось по этому поводу. Но если заглянуть, допустим, вдаль, что мы имеем? Что нам... Вот пословицы некоторые дали, чтобы, так сказать, корни какие-то прояснить. Щихли бай... Да поменьше бай. Много знай, да мало бай. Много баить не подобает. От шаты до баты не будем богаты. Ты бай на свой пай, а я говорю на свою сторону. Ты бай на свой пай, а я раскину на свою половину. Деды наши баили правду, а мы только поддакивать умеем. Это довольно грустная и абсолютно, по-моему, современная пословица, которая записана Владимиром Ивановичем Далем. Деды наши баили правду, а мы только поддакивать умеем. Ну, а актеры, естественно, славятся своими рассказами, своими байками. Огромные вечера актеры проводят творческие. И зрители очень любят эти актерские байки. Вот такая байка, я вам расскажу, как я пробовался на Моцарта. И играл потом. В фильме «Маленькие трагедии» у швейцара. Владимир Семенович был приглашен на Дон Гуана, Иннокентий Михайлович на Скупова и Сальери, а я на Моцарта. Ну, пришел на Мосфильм, сел в кресло в гримерную, перед зеркалом. Сзади стоит гримерша, так она смотрит на меня, рассматривает так, вздыхает тяжело. Валерий говорит, ну какой ты Моцарт? Ну, ты посмотри на себя. Не, ну я тебя люблю. Люблю, но... Ну, сам посуди. Ну, ты милиционер, бомбараж, ну, ты же, ну, не Моцарт. Ну, я-то знаю, что я Моцарт, но я же ей не скажу так сразу, да? А то еще не поверит. Ну, а ей раздан приказ начальством, значит, гримируй. Хошь не хошь. Надо же все-таки сфотографировать человека. Ну, ладно, говорит, делать нечего. Значит, берет эту глину, гумоз
называется, значит, мне в нос, значит, такую картошку, раз! И начинает, значит, нос мне делать. Видела? Нос такой, нос, ага, смотрит, оценивает. Потом парик какой-то, первый попавшийся, но, правда, приготовленный для Моцарта, взяла, значит, как на корову седло, раз! Парик на меня, значит, а? Повертел, повертел, начинает, говорит, сама увлеклась. Процесс, вот, творческий, всегда увлечется человек. Тем более она прекрасный гример, ко мне очень хорошо относится. Делай, 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 и сама изумилась. Ты смотри, говорит, ну ты, конечно, не Моцарт, ты не думай о себе много. Но какой-то австрияк из тебя получается. Вот. Ага, ну дальше больше, значит, повели меня на кинопробу, надели кафтан, я там что-то такое прочитал, спел. Дальше события развивались так. У нас в театре выпускался спектакль «Преступление и наказание». А Владимир Семенович играл Свидригайлова. С гитарой тоже, как и в «Гамлете». Иннокентий Михайлович у нас в художественном совете. Я тоже член художественного совета, хотя я не был занят в спектакле, но я обязан, так сказать, по долгу службы, так сказать, смотреть спектакль. Я посмотрел спектакль. Поднимаемся туда вверх к любимому. Смотрю, стоит Иннокентий Михайлович. Здрасте. Здрасте, Иннокентий Михайлович. Я наткнулся и ошалел. Тут стоит гений. Здрасте. Я видел вашу кинопробу на Моцарта. Отвратительно. Так нельзя. Нельзя. Ведь он гений, как вы, да я. Вы на меня не обижаетесь? Я говорю, ну что вы, Иннокентий Михайлович, вы же для нас эпоха. Да, я эпоха. Эпоха. Тут бежит Володя Высоцкий. Здрасте, Иннокентий Михайлович. Какой вы прекрасной форме. Здравствуйте, Володя. Очень приятно. Да. Гамлет. С гитарой. Свидригайлов с гитарой. Шалуны. Я вот сказал вначале, что из этих баек иногда получаются произведения художественные. Но вот я вам такую байку, превращенную в рассказ, я вам хотите. Поздно, Рита! Ты полюбила вора. Рассказ бывшего администратора. Служил я, не поверите, администратором в кино, на киностудии имени. Работа она сама по себе, ну, сами знаете, какая. Трудная, трудная. Объясню, почему. Это достань, то принеси, ту встреть, про этого забудь невзначай, чтоб сам забыл, куда едет. Трудная, трудная. Она и психологически поэтому вредная. А со стороны кажется человек на побегушках. Поэтому в соответствии и в согласии с цитатой «Рыба ищет где глубже, а человек где рыба?» Ты сам ищешь, выслеживаешь, вынюхиваешь, фирменные сигареты подсовываешь директорам тех картин, у которых красивые экспедиции к теплому, скажем, морю намечаются. Не говорю про заграницу, там мафия. В тот круг с мылом не протолкнешься. А просто так, у хорошего синего моря им по плану почему-то, по плану обязательно пожить охота. К директорам таких картин как-то тянет. Как-то они тебе дороже и ближе. И они всегда умнее других. Для тебя. Объясню почему. Помыться в море всем охота. Но иногда чудеса. Чудеса. Обсуждаем мы как-то, где искать тайгу для фильма тайги коменданта. Оператор говорит, где-то, стойте, где-то я видел, где-то я.
Хорошую тайгу я где-то видел. Я не вспомнил. Где я видел? Где я видел хорошую тайгу? В Пецунде. В Пецунде я видел очень хорошую тайгу. Точно, Ванька, в Пецунде. Там сосны, во, корабельные, реликтовые. Государством охраняются. Лучшей тайги не найдем. И говорить нечего. В другой раз ищем по карте, где снимать на пленку директор, так скажем, директор, так, Чукотки директор. Не, морщит лоб художник где-то, не дай бог памяти, замечательную чукоточку где-то я видел. Где-то я ее видел, где я ее видел? В Ялте я ее видел, в Ялте, ага. Оператор в Юрмале Чукотка краще. Режиссер в Ялте, директор в Боржоме, я в Боржоме, мы в Боржоме, наша Чукоточка в Боржоме. Режиссер бьет банк, Ялта, лучшая Чукотка для всех, Ялта, чеховская Ялта, я объяснять не хочу почему. Но в экспедиции администратору даже в Ялте не шибко сладко. Все в море, иду в Симферополь, встречая артистов. Ненавижу. Кого в кино ненавижу? Артистов. Все спят или чего хуже делают, в ресторане, скажем так, музыкой наслаждаются, да? А ты не наслаждайся, жди по ночам артистов в аэропорту. Ненавижу! Им ведь каждому отдельный номер в гостинице подавай. А нет, каждый их носит, уеду, тут же уеду. Ну зачем, скажите, объясните мне, ну зачем? Ну зачем каждому ему или ей отдельный номер в гостинице на один день? Ну зачем? Для каких таких уж трудов? Ой, вредный народ, вредный. Ох, ну и смешной, смешной. Что? Смешной артист. Но знал я одного, знал я одного. Кто-то сказал ему, что батька Махно, и он одна лица. Загримировали под батьку для групповой фотографии анархистов. Сняли фото и отпустили. И надо же, заклинил мужика. В буквальном смысле заклинил. Объясню почему. Отрастил себе патлы до плеч. Засалил их чем-то. Погоду не мылся. Завшивить хотел, по-видимому. Для образа. Потом охромел. Костыль сунул под мышку, идет по коридору, дико озирается, потом раз на костыле развернется и в обратную сторону чешет, и на тебя свертящимся глазом прет, с дороги не сверлет, и сверлит тебя, и буравит, и зубами скрежещет на всю студию. Он в рот шины кусок автомобильный специально для скрипа засовывал. Честное слово. Как-то мы о Горьком, Алексей Максимович, картину запустили, и какой-то чудак, мягко выражаясь, вроде меня, сказал, что он очень на молодого Пешкова смахивает. Не поверите, за сутки человек фазу сменил. Окоть стал, постригся, помылся, каблуки вздернул, костыль бросил, палку взял и всех батеньками обзывать начал. Кем он сейчас, интересно, прикидывается, а? Аркашки, ох, аркашки эти артисты, господи, чайники. Снимали мы как-то «Преступление и наказание», как-то снимали. Есть такая книга настольная у Достоевского Федора Михайловича. Работа эта интересная у него считается. Объясню почему, на детали объясню. Помните «Муху в стекле»? В гробе коморки Раскольникова бессильно бьющая, зудящая муха в жару. Ну, простая муха и больше ничего. Но же гениальная аналогия с героем. Мастер, что там? А снимали зимой в павильоне. А муху где взять зимой? В Москве, а? А режиссер требует, вынь да положь ему муху на стол. Художник, сами понимаете, фантазия кипит, без мухи уже жить не может. Меня директор вызывает, обеспечь кадр. Достань ему мух голов 15 для дублей, чтоб... Где же я их достану? Они ж вымерли. Не знаю, где хочешь. 2 часа думай, потом доложь. Через 2 минуты я разрубил этот морской узел. Илья Родович, говорю, нашел. Знаю, где они есть. Только в одном месте. И где? В Евпатории. Точно. Командируйте, немедленно, с тобой полечу, чтобы наловить ему на всю оставшуюся жизнь. А что делать? Кино делать надо? Берем под отчет. Берем много, чтоб хватило. И залет я к морю, родные, за мухами, первым классом, с белым вином, черной икрой, как люди. Прилетаем, он себе люкс трехкомнатный, мне камеру одноместную. Я на базарчик сбегал, холодильничек ему заправил всякой травкой-муравкой, чтоб у шефа голова ни о чем не болела. С утра у нас бассейн с морской водичкой подогретой, сами понимаете. Завтрак, а я уже 2-3 мушки словил. Завтрак у нас в номере с шампанским, кальмарами. Ужин, сами понимаете, в коллективе. Нежном, душистом. Днем шеф в бассейне барахтается, я мух ловлю. И в спичную коробку складываю. Дырочки проделал, чтоб дышали, сахару засыпал, чтоб не сдохли до Москвы с голоду. По всей Евпатории я за ними не гонялся, я не дурак. Я в номере у себя сахару набросал везде, по столу варенье размазал и убирать запретил.
Но в основном я около дежурной Любочки за ними охотился, для смеху. Одну даже с носа у нее снял. Да так ловко, что и Любочку не разбудил. Ой, 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 что это вы делаете? Мух, говорю, ловлю. Любончик, пончик, спи, 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 дорогая, спи. Задание, говорю, у меня такое производственное. Меня коллектив ждет, не работает. Мы преступление с наказанием совмещаем. А сам вторую раз с правой груди у нее. Ой, целый день вы их ловите. Ночью не буду, ночью не буду, ночью не буду. А завтра по мухам опять, а завтра я не работаю. Ну так послезавтра, а послезавтра я вам своих принесу из дому. Можно? Можно, Люба, у нас все можно. Из Москвы звонки. Наловили? Поймали, директор? Кое-что поймали. И хороших. Но не хватает, боюсь, на дубли. А у меня полная коробочка. Вторую начал. Но тут деньги кончились у шефа. Полетели назад. Мушки мои за пазухой, в тепле сахар ложат нормалек. Нас встречают чуть ли не с музыкой. Ну, что там, герои, охотники за змеями. Миклухи Махлая, аборигены евпаторийские. Камеру поставили, свет полный, тишина гробовая. Высаживай муху свою, командует режиссер. Мне тут-то было, говорю. Она же не дура, она ж улетит. Вы, говорю, сначала медом стекло смажьте, потом я вам дам муху. Они у меня на глюкозе неделю воспитывались. Режиссер фантазия тоже кипит. Разведите, говорит, ему ведро рафинаду. Промажьте стекло. Промазали. Сажай муху на стекло. Я коробочку открыл. Мои насекомые роем вверх, как ринулись одна за другой сплошным десантом. И исчезли во мгле. Объясню почему. В павильоне наверху же, там же на лесах-то, там же фонари. Там свет, там тепло, как в Евпатории. Минут пять группа стояла, головы задрав, сплошной анемией. Как у ревизоров в немой сцене. Помните, тоже, между прочим, детали гениальные. Первым очнулся директор. У него, говорит, еще одна коробочка за пазухой есть. А режиссер: поздно, Рита, ты полюбила вора. И зло так сплюнул по касательной, чуть в меня не попал. Где художник, орет? Рисуй муху быстро. Художник, а у него что же? Фантазия вздрючена, кисть в сажу и как шашкой к окну приступил. Где прикажете писать, насекомое? В нижнем правом. Есть в нижнем правом. И с размаху бах кистью в правый нижний. Муха получилась. Лучше не придумаешь. Да лучше и не надо. Живее всех моих 56 сбежавших. Сняли кадр. Да еще как сняли. Вот что. Что значит искусство? Искусство, в настоящем искусстве жизнь бывает жизненнее самой жизни. Позу верну. Это не я придумал. Но что он имел в виду, хотел бы я сказать. Хотел бы я знать, когда сплюнул и сказал: поздно, Рита, ты полюбила вора. Это что? Слова из песни? Или поговорка такая, не знаете? Вот и я не знаю. Ну, кто узнает, сообщите. Москва, театр на Таганке, Золотой. Вспомню такой фильм «Бумбараш». Вот, значит, такая байка. Я расскажу про то, как бумбараш летал на воздушном шаре наблюдать германские позиции, расположенные за бугром. Ну, так по сценарию написано. Значит, бумбараш влезает в корзину воздушного шара. Воздушный шар, естественно, привязан канатом, заземлен. Отвязывают канат, удерживающий этот воздушный шар, а шар не летит, он не поднимает бумбараш. Тогда командир кричит: выбрасывай скатку, выбрасывай ружье, котелок, бумбараш, все выкидывайте из корзины, шар не летит. Тогда командир кричит: раздевайся. Бумбараш раздевается, остается в одном белье, отпрыгивает, хочет помочь этому шару, но не летит, и все, не летит. Тогда отчаявшийся командир кричит: облегчайся. Бумбараш, значит, отворачивается. Что это такое там производит? Полетел. Ну, малости не хватало. С этого надо было, наверное, начинать. Причем, когда показывали бумбараша первый раз по центральному телевидению, по нашему и вашему, кто-то из нашего шибко высокого горячего начальства решил, что пока еще советский народ не дорос до такой эстетики. Значит, телевизор разобьет или продаст его к чертям собачьим. Но потом вступился Тимур Гайдар. Тимур человек авторитетный, военный, справедливость восторжествовала, и все последующие разы бумбараш уже идет с этим облегчением. Причем премьеру бумбараша мы смотрели как раз с Владимиром Высоцким. Я чуть телевизор не разбил ботинком, понимаете, когда увидел, что этого эпизода нет.
Ну, теперь, слава богу, все это. Все нормально. Поехали, ваше благородие. Отдать концы! Ну, не понимается, ваше благородие. Что это он? Брось мешок. Ваше благородие. Докажи, я без мешка. У меня ведь там дети. Брось мешок! Поднимается, ваше благородие. Ура! Ей-богу, поднимается. Ура! Залегнусь в крестах или голова в кустах. Ура! Понаблюдай, что за холмами. Значит, летит бумбараш над германскими позициями, ветер так сносит корзину, шар на, нем, на германские штыки, немцы отстреливают у него стропы, и он, так сказать, корзина на одной стропе, значит, отлетает в сторону и летит в болото. Ну, выбрали болото, нормальное, хорошее, наше болото. Ну, а раз наше, так самое лучшее болото, лучше нашего болота. Не придумаешь, со знаком качества всегда болото. Значит, меня посадили в это болото подъемным краном, так воткнули, как морковку. Я просидел в этом болоте 5 часов, не вылезая. Да. Ну, вылезать нельзя было, пока не снимут эпизод, потому что будет виден след, как человек входил, выходил. Ну, такое болото замечательное попалось, что просто жалко было его разрушать до времени. А у нас ведь так посадят и забудут еще к тому же. Ну, просидел 5 часов. Когда меня оттуда извлекли, с меня сняли 6 пиявок. Но мои товарищи меня успокоили. Ничего, говорит, ничего, с пользой посидел. Они, говорят, дурную кровь отсасывают. Но я знал, что у человека есть артериальная кровь, венозная, но что есть дурная, я же не предполагал. Ладно. Сидит бомбараж в болоте и должен был бы захлебнуться, уже тонет, тонет. Но вдруг в самый последний момент замечает, что перед ним растет осинка. Бомбараж должен прицелиться, в эту осинку плюнуть. Осинка от плевка должна переломиться, упасть в сторону бумбараша, и таким образом он, значит, по ней выползает, спасается. Ну, так вот написано в сценарии. Воткнули осинку,
В нужном месте ее подпилили. За макушку привязали леску, за леску мужика, мужика посадили за кочку, приготовились, мотор, я пригибаюсь, плюю, осинка не падает. Мужик за кочкой не увидал мой плевок. Оператор кричит: «Стоп! Валерий, чем ты там плюешь?» Я говорю: «Позвольте, в каком смысле?» Ну, говорит, милый, это же не видно. Чтобы камера зафиксировала, чтобы зритель понял, чтобы на пленке что-то осталось. Крупным плюнь, он так метров за 15, так далеко стоит. Крупным плюнь. Калибр не угодил ему, да? Я оттуда ему кричу из болота, я говорю: «Покажи!» Он мне ответ шлет, ты, говорит, за это деньги получаешь, ты и плюй. Резон, стали думать, чем плевать. Они думают, я сижу в болоте, придумают, плюну, что мне жалко, в конце концов. Слышу, они такой своеобразный совет в филях собрали там на берегу, значит, генеральский совет. Генералы думают. Они же долго думают, генералы. А я слышу, как они думают. А? Один такой старый пиротехник, генерал, значит, мухомор такой, в кепке такой сидит, значит, ковыряет меня в носу ноги. Мабыть ему чернил попить. Или купоросу ему развести погуще. Но я так понял, что цветом решили изобразить. Думаю, отравят заразу, мало того, что в болото посадили. Но все-таки опытные кинематографисты меня выручили. Говорит: «Валерий, знаешь что, пожуй хлеб черный». Кинули мне в болото корку, я, значит, поймал ее, откусил, отдал, жую. Они снова проверяют леску, осинку, мужика заряжают, камеру проверяют. Но ведь когда долго жуешь, проглотишь. Это же ежу понятно. Когда крикнули мотор, я пригнулся, плевать нечем. Я думаю, если я сейчас не плюну, я еще два дня отсюда буду плевать. И у меня все, что было под носом, вся эта болотина зеленая, я и так... Как в эту осинку шарахнул струей, фонтаном таким. Да я такой струей дуб срезал бы одинокий. Причем от старания, думаю, кишки выплюнут. А это что-то такое четвероногое на солнце прыгнуло. Думаю, лети, 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 голубушка, лети, лети. К французам или к китайцам, куда ближе. Смотрю, осинка падает, я выползаю. Оператор говорит: «Вот, Валерий, что значит в кино опыт? Пожевал хлеб, плюнул». Ах ты, думаю, пожевал бы ты этот мой хлеб. Я помню, вот в театре идет герой нашего времени. Я играл Грушницкого. Нынешний наш министр культуры, член президентского совета Николай Николаевич Губенко, играл Печорин. Это был наш второй спектакль. Первый спектакль, значит, был «Добрый человек» из Сезуана, когда организовал любимый в театр, вот этот на Таганке. А второй был «Герой нашего времени». Причем сделан был спектакль быстро, потому что нам был юбилей Лермонтова, и нам, значит, управление культуры сказало: «Вы сделаете спектакль, а мы вам сделаем ремонт, чтобы крыша не текла у нас в театре». Ну, в общем, каков ремонт был, как мы так шутим, таков, в общем, получился и спектакль, не очень удался он нам. И там, значит, была такая сцена, ну, рассказ замечательный, Лермонтов был включен, фаталист. И вводом играл одного драгунского капитана, по-моему, или штабс-капитана, не помню, сейчас точно уже не могу вспомнить персонажа, играл Боря Хмельницкий. Ну, и они там играют в карты, значит, и потом он должен выстрелить в фуражку. А Боря немножко заикался, он, значит, берет
пистолет целится так в фуражку. Заряжен ли револьвер? Пусть Боря не обижается на меня, но это, в общем, было симпатично, потому что он так вывернулся. Надо же выстрелить, в конце концов, понимаете, да? И он так, ну, немножко в другую эпоху шагнул с терминологией. Да? Ну, это... ну, конечно, выдумщик был замечательный, это Владимир Семенович Высоцкий. Я расскажу такой эпизод. У нас на основной сцене на Таганке шел спектакль «Час пик» по повести Ежи Стоинского. Ну, там, и был там такой режиссерский прием, там турбоскоп такой, мелькает свет. Такие, получается, как бы, как выхватывается светом стоп-кадры, и так аж в глазах рябит. Такая быстрая какая-то зрительная смена ряда, видеоряда. А во Дворце культуры «Серп и молот» мы играли доброго человека из Сезуана. Там, значит, такая польская мода, так одеты, тогда еще мини-юбки были в моде, все, наши девушки одеты были красиво, симпатичные. Такой час пик, и врывался он несколько раз, такой вот эпизод, когда все идут, прерывая действия. И что выдумал Владимир Высоцкий Семенович? У нас был антракт в «Добром человеке», а ехать там на «Мерседесе» там минуты две. А персонажи все в рванье в «Добром человеке» Сезуана. Он посадил в «Мерседес» мужскую группу, всю в рванине в этом, в рванье, всю нищету нашу. Приехали к театру, зашли под сцену, невидимо, потому что там люки, два выхода. Дождались этого момента, когда начнется вот это мелькание. Час пик. Из этого люка вылезли, в это рванение. И по сцене тоже, значит, прошли туда и сюда, спустились в люк и уехали. Значит, у артистов, у игравших час пик, галлюцинации. Что такое? Не может быть. Они же знают, кто Высоцкий, Смирнов, Семенов. Как, что, где? Вениамин Смехов играл главную роль, он очень обиделся, потому что это нарушение, понимаете, эстетики, этики. Целый трезвон там поняли. А они сели в «Мерседес» и сразу туда уехали. Отсюда из театра, значит, звонят туда. Все помолвят. Высоцкий там со Смирновым, с Семеновым на месте. Помощник режиссера, на месте все. Да они только что здесь были. Да как здесь? Вот они здесь. Ничего не понимаю. На утро целое разбирательство вызывает любимого Высоцкого. Вы были вчера на сцене во время спектакля «Час пик»? Да вы что, Юрий? Да когда это мы можем успеть? Да как это? Веня Смехов. Да ну что ты, Владимир? Я видел тебя! Он говорит, Вень, да как я мог вообще, ну как я мог это сделать? Ну в конце концов, вообще они в результате, конечно, раскололись. Да. Ну и Любимов думал, какое наказание-то какое-то надо все-таки им вынести. А уж больно это симпатично само по себе, вот эта шутка-то больно хороша. Ну и он на своем бланке, главный режиссер театра Любимов, написал, значит, за неэтичное поведение по отношению к партнеру. Ну такая формулировка, за неэтичное поведение. Объявляю выговор. У нас с Владимиром Семеновичем Высоцким произошел один конфуз невероятный. Тот же вот Геннадий Иванович Полока, о котором я вот говорил, он пробовал нас в фильм «Один из нас». Тогда были времена тяжелые, и Высоцкому уже запрещали сниматься. А он хотел, чтобы Володя играл главную роль там, советского разведчика в этом фильме. А я должен был играть там вторую роль. Он нас пробовал... Времени было отведено на пробу мало. Вечером спектакль должен быть, «Галилей». И для того, чтобы показать наше героическое начало, вот этих двух советских людей, Геннадий Иванович сказал, ребята, спойте песню, вот «Броня крепка», и «Танки наши быстрые», и «Наши люди мужеством полны». И, значит, и такой вот куплет, «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». И мы вот на таком, значит, на крупном плане, с такими стальными, значит, глазами,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, все должно дрожать вообще, и слеза должна сверкать в глазу, чтобы нас худсовет Мосфильма утвердил, что мы герои, вот это вот, вот должны изобразить с Владимиром Семеновичем героев. И мы, значит, на генеральной репетиции поем, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и с лесов какой-то осветитель говорит, и пьяный маршал в бой нас поведет. Мотор, мы, значит, стальной глаз, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и пьяный. Так, стоп. Второй дубль. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, я ха-ха-ха. Третий, четвертый, Володя колется. Пятый, мы вместе. Восьмой, мы ничего не можем снять. Геннадий Иванович чуть не плачет, потому что... Проба горит. Проба. Уже не, это же не герои, не могут... Ребята, он взмолился, понимаете, потому что ну, судьба решается. Ну, соберитесь. Но чем больше в таких случаях актеры умоляют собраться, тем больше он начинает... Он не может сдержать серьез. Это такая, знаете, попадает смешинка. На сцене это страшно, особенно в спектаклях серьезных, когда вдруг кто-то оговаривается, когда и вдруг какая-то бредовина возникает, и это как, знаете, как эффект домино. Раз, и все начинают колоться, это страшно. И мы не сняли. Ну, конечно, его не утвердили не потому, что мы не смогли спеть эту песню всерьез, по другим, конечно, причинам, но вот кто-то нам, вот, понимаете, услужил. И он-то ведь без задней мысли, понимаете, он тоже там... Поправлял себе ты пьяный маршал, бой нас поведет, и мы все. Клиника. Вот тебе актерская байка. Плюс. Расшифровывается это очень просто. Профессиональные любители юмора и сатиры. Но, правда, некоторые расшифровывают по-другому. Подайте лучшим юмористам страны. Скажите, говорит, дети, почему, говорит, у козы грустные глаза? Ну, дети опешили, тут все отличники притихли. Учитель повторяет, я, говорит, спрашиваю, говорит, почему у козы грустные глаза? Тут один мальчик с последней парты не растерялся, говорит, ну, говорит, наверное, говорит, потому, что у нее муж козел. А вот еще одна ситуация. Учитель в школе говорит, дети, давайте, кто считает себя тупицей, пусть сам добровольно встанет. Ну, никто, конечно, не встает. Вдруг один мальчик поднимается, учитель говорит, ты действительно считаешься вот законченным тупицей? Он говорит, нет, просто неудобно, что вы один стоите. Женщина выходит из ресторана, так навеселе, останавливает такси. Таксист останавливает, открывает дверь. Она нагибается туда к нему и говорит, шеф, свободен? Он говорит, свободен. Потанцуем. Маша, ты спрашиваешь, почему меня не было дома 2 дня? Маш, меня похитили инопланетяне. Я шел домой после получки. И чтобы не упасть, Маша придерживался руками за асфальт. Итак, телевизионные страдания. Смотрим мы сегодня в мире, смотрим дороже на задавних пор. Потому что там в эфире журналисты на подбор. Наш дружок Сейфуль-Мулюков Цветов, с головой мужик Зорин со своей наукой и, конечно, Боровик. Кто вчера твердил, что Запад от России отстает? И стоит такой там запах, будто Запад весь гниет. Журналист Сейфуль-Мулюков Цветов, с головой мужик Зорин со своей наукой и, конечно, Боровик. Кто сегодня утверждает, что, мол, Запад не гниет, что, мол, Запад процветает, ну а мы наоборот. Тот же все Сейфуль-Мулюков Цветов, с
головой мужик, Зорин со своей наукой и, конечно, Баравик. Кто живет сегодня только тем же, чем живет народ? И за нашу перестройку на экране горло рвет журналист Сейфулюмолюм Цветов, головой мужик, Зорин со своей наукой и, конечно, Баравик. Если завтра перестройку вдруг отменит кто-нибудь, кто же будет так же бойко линию другую гнуть? Тот же все Сейфулюмолюм Цветов, головой мужик, Зорин со своей наукой и, конечно, Баравик. Смотрим поздно, смотрим рано, не гимнастику ушу, как нам на уши с экрана дружно вешают лапшу. Журналист Сейфулюмолюм Цветов, с головой мужик, Зорин со своей наукой, перестройщик Баравик. Просить вас об одолжении. Еще одолжайтесь, я понюхаю своего. Иван Никифорович, что это у вас за ружье, что выставлено выветриваться вместе с платьем? Вот глупая баба. Она и ружье-то нас повесила. Насчет ружья. Что вы с ним будете делать? Ведь я же, вам же не нужно. То есть как не нужно? А случится стрелять? Когда же вы будете стрелять, Ватики? Сколько я знаю, и другие запомнят, вы еще ни одной качки не убили. Да и натура уж ваш не так Господом Богом устроено, чтобы стрелять. Ну, где же вам таскаться по болоту? Нет, вы должны иметь благородные поступки, иметь покой, отдохновение. Отдайте его мне. Ну что, как можно? Это ружье дорогое. Таких ружей теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы это так вдруг взять и отдать. Что, как можно? Это вещь необходимая. Ну, а на что же она необходимая? Ну, мало ли на что. А вон, когда нападут на дом разбойники, ну, еще бы не необходимо. Я вот теперь спокоен, слава тебе, Господи, не боюсь никого. От чего? От того, что знаю, что у меня вон там в каморе стоит ружье. Хорошее ружье, да ведь в нем замок испорченный. Ну, а что ж ты испортил? Его можно и починить. Только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавело. Так из ваших разговоров я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы так ничего не хотите сделать мне в знак приязни?
Как это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи. А что, разве я занимал когда? Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. А разве я отказал когда? Ваши ребятишки перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. А я им ничего не говорю, пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют. Ну, раз не хотите подарить, давайте поменяемся. А что же мне дадите за него? А я вам дам бурую свинью. Что? Прекрасная свинья. Вот видите, на будущий год не наведет вам поросят. Я прямо не знаю. Как вы, Иван Иванович, можете это говорить? Так она что, не свинья ваша? Так, разве черту поминки делать? Опять без черта не обойтись. Ну, грех вам, Ваня Никифорович, грех. Даете за ружье прямо, черт знаешь, какую свинью. Ну, а черт она, черт знаешь, что такое. Ну, сами посудите хорошенько. У тебя таки ружье, ну? Вещь известная. А и то прямо черт знает, что такое. Свинья. Ей-богу, если бы не вы говорили, я просто принял бы в обидную для себя сторону. Ну, что же вы неприличного заметили в свинье? Да за кого же вы меня принимаете? Ладно, лежите, что, лежите, лежите. Пусть оно сгниет, ваше ружье, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. Говорят, три короля объявили войну царю нашему. Ну, говорил мне Петр Федорович. Так что ж это за война? И от чего она? Наверное, нельзя сказать, за что она. Я так полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Ты ж дурни, чего захотели? Вот видите, а наш царь и объяви им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову. Так ведь наши побьют их, Иван. Побьют. Побьют. Не хотите менять ружьица, Иван? Мне странно, Иван. Вы человек, известный своей ученостью, а говорите, как недоросль. И жить, пусть оно околеет ваше ружье в свой угол в коморе. Не хочу больше говорить. Иван Никифорович, а я вам кроме свиньи дам еще два мешка овса в придачу. Овса вы нынче не сеяли, все равно придется покупать. Ей богу, Иван Иванович, с вами нужно говорить только гороху наевшись. Где же это видно, чтоб то ружье менял на два мешка овса? Небось, бекеши свои не поставить? Да, но ведь я вам еще и свинью даю вам. Как? Два мешка овса и свинью за ружье? А что, разве мало? За ружье. Ну, конечно, за ружье. Два мешка за ружье. Два мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли? Ну и поцелуйте со своей свиньей. А коль не ходить, так с чертом. От вас только зацепи, погоди, шпигует по матом свете язык горячими иголками. За такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно лицо и руки, а мыть и самому окуриться. Нет, позвольте. Позвольте. Не позволю. Ружье вещь благородная. Притом самая любопытная забава. Притом и украшение в комнате приятное. Вы разносились своим ружьем. Точно дурень списанный. Ну, а вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Как вы сказали, Иван Никифорович? Я сказал, Иван Иванович, что вы похожи на гусака. Как же вы осмелились, сударь, позабыв приличия и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем? А что тут поносным? Что на самом деле размахались руками? Я спрашиваю вас, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком? Начхать его на голову, что вы раскудахтались? Yeah.
Я вам объявляю, что я знать вас больше не хочу. Большая беда, подумай. Заплачу от этого. Ноги моей не будет больше в вашем доме. Эй, баба, хлопче, возьмите-ка Ивана Ивановича за руки, да выйдите его за двери. Как? Дворянина? Осмельтесь только, вступитесь, я уничтожу вас вместе с вашим глупым паном. Что? Прекрасно поступаете, Иван Никифорович. Замечательно. Я это вам, Иван Никифорович, запомню. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне. А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Так вот вам за это, Иван Никифорович. Когда приходила свитуга, сходились кормильцы, ее мужики, и шапку пускали по кругу. Я взял гармошку, поиграл, и сразу вспомнилось, да, вспомнилось вот эти десятки, сотни концертов, сотни встреч с людьми, когда они приходят на наши концерты, приходят с каким-то таким особым настроением, с особым ощущением праздника, как будто бы идут, некоторые даже признавались, словно бы в церковь идут, очиститься от чего-то такого дурного.
Вот. Но мы себя, конечно, не считаем такими святыми людьми, способными вот влиять так замечательно на людей страждущих, болезных, вот израненных временем, судьбой, жизнью нескладной. Но в то же время с радостью отмечаем, что они, в общем-то, уходят просветленными. Когда Ваня про глаза это ничего не говорит, у него насчет любови шарабанчик не варит. Эх, милка моя, семечка арбузна, бранишь ты меня, а думаешь, не карпузна. Ой, да. Что за миллионочек на двух ногах теленочек, сядем, росин замычит, сядем рядом, замолчит. Пойду полюблю ухажерку Дашу за глаз и за нос, ой, и за всю мордашку. Он свои большие губы бережет на холодец. А вот это-то деревья-то чего, таки чего? А вот это-то кожур без церемонии, да чего? Суббота пришла, и опять вечерки. От меня с баламута заревут девчонки. Если бы меня спросили, вот является ли частушка средством самовыражения народа, скажем, частушка вот такого сатирического направления, пусть она будет вот, ой, подруга дорогая, как бы нам не прозевать, по девятому талону мужиков будут давать. Конечно, это самовыражение, потому что сейчас такая проблема с семьями, с бытом людей совсем. Конечно, и если идет женщина вообще с талоном, с этой сумочкой, что-то купить, эта частушка у ней выходит из всей сущности ее жизни. Значит, это самовыражение. В этой частушке она себя выразила и радуется тому, что она смеется над собой, понимаете? Над собой, над своим подругой. В данном случае людям это нравится, им это интересно сегодня. И никуда от этого не денешься. Если поет, допустим, человек политическую частушку, Нельсон борется, Мандела, чтобы жизнь негров просветлела. И потом добавляет, а у нас уж много лет негры есть, Манделы нет. То вы знаете, что творится в зале? Если, допустим, вот она нам поступила из зала, эта частушка. Вы знаете, какая реакция? То есть, понимаете, люди здесь просто душевно отходят. Они способны, это же действительно, способны они над собой так смеяться, значит, еще в них какие-то, наверное, жизненные силы существуют. Значит, они не утратили способность еще надеяться, что придет этакий Мандела и спасет их, выручит из этого негритянского плена, который сложился на протяжении многих десятилетий. Вот когда говорят, что вот этот отбор, и мы двигатели культуры, мы, так сказать, и вот представители, лучшие представители интеллигенции, да, фильтр такой. Вот насчет фильтра тут, быть может, мы и ближе вот к такому понятию, когда, если сказать, что мы можем как-то просеивать, отцеживать, отбирать, классифицировать, какие-то образцы предлагать. Куда ты?
Разрешите для начала тоже струны подтянуть, подтянуть и вздохнуть, потом песню затянуть. Провожал да не до дому, говорил, что ногу жмет. Ногу жмет. Ногу жмет, самого другая ждет. Блин, наверное, грипп. Есть в одной деревне дед, ему 80 лет. Вот дедок. Ну, дедок, девок любит, как медок. Заболел, наверное, грипп. С панелянию Платон абсолютный чемпион. Выпил водки, прыгнул пруд, третий месяц не найдут. Заболел. Мы закончили частушки, хватит трепет, хватит петь. И здоровья всем желаем. Еще гриппом не болеть. Еще гриппом не болеть. Вечерки, ведь не было ни оркестров, никаких вот этих вот костюмированных балов, как ты выразился, не было зрителя и артиста, а всегда это происходило в душе человека. Он шел петь, плясать или веселиться только потому, что ему так хотелось. Его, так, его заставляла так душа, не для начальства, не для показа. И на нашем концерте этот человек, который, значит, попадает в эту атмосферу, и пусть он не выйдет и не споет, и не спляшет, и не сочинит там частушку, но он обязательно сопоставит. А вот у нас в селе, вот там вот пела точно так же. Или там моя мама, или моя бабушка, она знала эту частушку. А вот мой дядюшка, он играл же на гармошке. Вот смотрите, он, оказывается, тоже был талантливый. То есть, понимаете, он ему близко это, он ощущает это, он видит этих людей еще, так сказать, на своей улице, там где-то, понимаете, в своей родне. Это его приближает к нам. Я пошел бы поплясать с новою мотанию. Вдруг мальчишка выбегает на завод папанию. Вот так стало молодежь, на работе не найдешь. Обедать сядут ряд, только ложки говорят. Мой
приятель ракетир платный грабанул сортир. Но работал задарма, денег нет, а есть тюрьма. Себе ботинки, а ботинки как картинки. Перепрыгнул через лужу, пальцы вылезли наружу. А что это за ребята, не ребята, трепачи? На кирпичные их отправить, пусть таскают кирпичи. Что это за деревня стоит задом наперед? А что это за девчата, никто замуж не берет? А как это, ребят, с ними много маяты? Рисовать, плутовать, словно мартовские коты. От девчата шило то, намыло то. Вы про нас чего сказали, хоть бы правда было то. Че бубу? А то бубу. Вылетает он в трубу. Мы пропели вам частушки, от души старались, о! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! А чё мы вам? Не нравимся? Это все-таки уже фольклор. Это фольклор. Это фольклор. Да. Вот поскольку мы заговорили про деревню, то, мне кажется, уместным будет нам исполнить песню, которая, вы понимаете, я не случайно сказал песню, она, в общем-то, не частушки. Но близость к частушкам там очень большая, потому что там и ритм частушечный, и строй. Yeah.
машины, ты мне тоску не пророк. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Все